Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанас, и сегодня мы будем разбираться, как убрать вот эту зимнюю карту, потому что многие жалуются, что эта карта слишком яркая, но она действительно яркая, я не понимаю, почему ее не могут сделать немного потемнее, нежели чем в ночное время суток. Посмотрите, карта намного приемлемее, и, конечно же, в нее играть намного лучше будет. Сегодня я расскажу вам, как поменять карту на зеленую карту, потому что я тоже поменяю ее из-за того, что у СФ неприятный баг, а на СФ я тоже часто люблю поиграть. У него, в общем, не работает некромастер, то есть если вы умираете, души у вас не падают, но из-за этого не работает нормально ультимейт. Что ж, давайте разбираться, как поменять зимнюю карту на обычную зеленую. Поехали. Первое, что нам нужно сделать, это, естественно, выйти с Варкрафта. Выходим полностью с Варкрафта, ребят, выключаем все аддончики, включаем вот такую тему и... Закреп, ссылка в описании, ребятки, у нас вот такая вот тема будет, вот такой вот сайтик, смотрите, вот это я оставлю в описании. Вы здесь скачиваете зеленую карту в Dota 3.71, вот это, смотрите, тут даже написано, это самая новая версия карт, но не со стандартным зеленым ландшафтом, не зимняя, все, хорошо, скачаем. Начинается у нас, по идее, скачивание, давай, качай. Все, пошло скачивание, я даже два файла целых скачал. Смотрим, находим в папочках. Ага, вот она у меня скачанная. Берем отсюда, Ctrl-X, то есть вырезаем отсюда. Ну, можно просто скопировать для чайников, ребят. И находим, где у нас тут Warcraft. Тот вон Warcraft. Заходим в папку Maps. Ищем вот здесь вот папку Download. Download — это те папки, куда загружаются все ваши новые карты. Ну, и тут у меня много карт. И вот, Dota 371. Просто сюда копируем и... Тут сразу вам вылетит варн такой, смотрите, типа заменить или пропустить. Вы берите, заменяйте этот файл и все. Просто заменили этот файл, заменили ту карту и все. Но можно просто ту удалить и вставить эту, разницы в принципе нету. И что у нас получается? Вроде все вот это открываем. Открываем наш лаунчер доблестный и заходим в Warcraft. Также, когда мы заходим в Warcraft, ну, также она уже висит, эта карта, 371 дота, заходим сюда и сейчас потестим немного, поменялась она у нас или нет. Как видите, карта полностью у нас готова, у нас зеленая карта 375-е, 371-е обновление. И сейчас, что я хочу проверить, это, конечно же, работу SF-а, давайте сейчас посмотрим, как, что у него там вообще с душами. Что он вообще у нас там? Так, как видите, зеленая елочка у нас тут, шарик, все как есть, все новогоднее. И давайте посмотрим, есть у него тут этот баг. Меня это очень сильно интересует, потому что, ну, блин, варианта нету, чтобы тут был баг. Вообще нету, пацаны. Нам не нужен этот баг на SF-е. Потому что основное, почему я хочу поменять эту карту, потому что это баг на SF-е, конечно же, баг на SF-е. Что там по душам у нас? 24, тикаем. Респауним и смотрим. 24. К сожалению, ребятки, тут также имеется этот баг, походу, я так понимаю. Да. Тут также этот баг. И, короче, ребятки, SF пока что не кликабельный. Нет смысла от SF-а вообще. Посмотрите, просто у нас должно быть больше намного душ, но, к сожалению, не вылетает. В общем, ребят, надеюсь, я помог вам поменять карту с зимней на обычную вот эту зелененькую. Думаю, вам это видео будет полезно. Влепите лайк, чтобы это видео поднялось, как обычно, ребятки. Спасибо всем, всех с наступающим. Ну и до скорого. Ну а для тех, ребята, кому нравится зимняя карта, если вы поставили такую и хотите вернуть обратно зимнюю, вот эту удаляете с файлов, вот этих с папки Maps, Download, вот этот файл удаляете 371 и просто заходите на боты айкапа и качаете. И все, у вас будет обратно зимняя карта. Итак, можете менять. На этом все.